ролик записал, YouTube я его отправил. Так, давайте посмотрим на число подписчиков. Может, прибавилось, может. Как всегда в YouTube в трендах что-то такое. Стоп. Мы преодолели число. Вы не знаете, что это значит? Достигли числа 666 подписчиков. Я очень вам всем благодарен, и для вас этот, я сделал этот подкаст. Вот, я загрузил видос с Мигеном, когда Чак Норрис взорвал мой компьютер. Но он не взорвал его, конечно, это образное выражение. Но вы сами все прекрасно понимаете. Я загрузил его, зашел в YouTube и вижу, что у меня уже 666 подписчиков. Наконец-то мы сделали это. Вот этой цифры я ждал очень и очень долго. Что же мне еще хочется вам сказать? Вы самые лучшие подписчики, которых можно мечтать. И я выехал. Это число я получил благодаря тому, что сделал видосы по санкциям. Вот, в общем, они выехали вперед, и я не особо так хайпанул. Конечно, я... На этом моменте я должен был поставить дырушку, но я не буду этого делать, потому что с авторскими правами я проблем не хочу. А проверять, можно это или нет, мне не хочется. Вот так вот. Ну что ж, давайте будем ждать новых роликов. Это был для вас такой уж адский подкаст. 666 подписчиков. Еще раз вам всем спасибо. И запомните, все будет ок. Ha 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 ha!